Сегодня в Саха-цирке артисты Московского театра «Иллюзии» провели благотворительный концерт для воспитанников детских домов и специализированных школ столицы. Сюжет Афанасия Николаева. На арену якутского цирка Елена Воробьева вышла уже во второй раз. И сегодня в зале особые зрители. Благотворительный концерт для артиста и ее подопечных – двойная ответственность. Да и на арене Саха-цирка не очень привычно, но гораздо интереснее. Поскольку театр у нас вообще площадка, сцена, а в манеже работать намного интереснее, намного приятнее, вот, интереснее. А животные ваши как себя здесь чувствуют? Ну, немножко им непривычно, но привыкают все равно. Места много, хорошо. Труднее всего привыкали к арене этих колючие хищники. К выходу под свет софитов ежей готовили 2,5 года. И это их дебютная гастроль. Как признаются артисты, благотворительность для них – обязательный пункт гастролей, вне зависимости от маршрута. Например, будучи в Африке, мы работали в госпитале для детей, больных СПИДом. Знали, что уже как бы все, и жизнь-то почти не возвращается к ним. Но минуты утешения, когда исчезали слезы от адских болей, это надо было видеть. Это дорогого стоит. Шоу, где в одном номере переплетается дрессура и иллюзия, не оставило равнодушным никого из маленьких зрителей. В день работника культуры артисты цирка сами сделали для них особый подарок. Афанасий Николаев, Илья Жараев, НВК «Заха», Якутск.